Попробуем приготовить кабачки, фаршированные творогом. Что нам для этого нужно? Для этого нам желательно иметь 6 кабачков, 200 грамм творога, 50 грамм сметаны, 3 яйца, 50 грамм сыра, соль, перец. Итак, кабачки, фаршированные творогом. Нужно взять кабачки, разрезать вдоль, взять средние кабачки, разрезать их вдоль, вынув сердцевину. Поместить кабачки на хорошо смазанный растительным маслом противень, на хорошо смазанный. Взбить 200 грамм творога, добавить 50 грамм сметаны и 3 яйца, посолить и поперчить. Нафаршировать полученной массой половинки кабачков. То есть вот эти половинки кабачков нафаршировать полученной массой. То есть вот эти кабачки надо просто было пополам разрезать и вынуть, разрезать вдоль и вынуть серединку. И вот, значит, нужно нафаршировать полученной массой вот эти половинки кабачков, посыпать тертым сыром, запекать в горячей духовке в течение 25 минут. Все очень просто. Спасибо и приятного аппетита! Пойду сам приготовлю.